Мусульмане всего мира сегодня отмечают Курбан-Байрам. С арабского языка это словосочетание переводится как «праздник жертвоприношения». Его отмечают после завершения хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. В Химках центром торжеств стал спортивный комплекс «Планерная», где совершить намаз собрались порядка 600 верующих. Подробности у Ольги Донченко. Канун праздника – кухня одного из ресторанов города. В четверг, по случаю торжества, здесь примут почетных гостей. Поэтому все должно быть в лучшем виде. Повар Ильхам Сулейманов делает заготовки праздничных блюд за день. Как-никак нужно накормить 120 почетных гостей. Традиционное блюдо – шашлык из баранины – он готовит уже более 10 лет. Поэтому как выбрать мясо, он знает хорошо. Молодой должен быть, чтобы должна быть, чтобы год. Это баранный год был. Год был баран, да? Не маленький. Мусульманские праздники отличаются великой исторической мудростью, гуманностью. Четверг, 6 утра, спортивный комплекс «Планерная». Сегодня здесь собралось порядка 600 человек, чтобы совершить утреннюю молитву. Верующих поздравил имам Химкинского района. А также заместитель руководителя администрации Владимир Щепотин. По его мнению, такие праздники служат сближению людей, а также приобщают их к многовековым религиозным и историческим традициям. Конечно же, большой хороший праздник, объединяющий праздник для мусульман, да и для нас всех христиан, да, это тоже объединяющее, потому что понимание веры, вера в Бога, конечно, оно есть у каждого человека, и правильное отношение к этой вере, это способствует объединение, понимание людей. Курбан-Байрам – это праздник жертвоприношения. Согласно Корану, Аллах повелел пророку Ибрахиму принести в жертву его единственного сына. Но в последний момент Аллах заменил жертву на ягненка. Поэтому в память об этом событии мусульмане должны заколоть овцу или барана и помочь нуждающимся. Община организует ряд благотворительных мероприятий. Мы предоставим мясо, свежее мясо жертвенных животных обществу инвалидов, ветеранов, блокадников, репрессированных и другим общественным организациям. После утреннего намаза верующие сели за долгожданный праздничный стол. Угощают сладостями, угощают бараниной, естественно, другими продуктами восточной кухни. Все это натуральное, вкусное, поэтому не только данная еда соотносится к мусульманам, ее с удовольствием, я думаю, будут есть и другие жители нашего городского округа Химки, граждане нашей Российской Федерации. Традиционно на Курбан-Байрам мусульмане едят национальные блюда – баранину, плов и всевозможные восточные сладости. Все это и отведали гости праздника в одном из городских кафе. Ольга Донченко, Олег Мелехов, Дмитрий Шевелев, служба новостей.